Времени, путешественник во времени, остановись перед очередным мгновением. Ну и там идешь, брат, вот километр до 3, а да? У нас нет места, простите. А, ладно, брат, давай сюда. Сейчас. А до Еревана, да, еда, или правильно? Да, 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 правильно. Ну давай. Все, спасибо. Давай, дорогой, давай, сейчас идем. Как обычно, по традиции, где-то за полгода до начала тура я сажусь за Facebook, сажусь ВКонтакте, если где-то есть какие-то эмигрантские клубы за границей или, там, например, по России. Ну, в общем говоря, начинаю строчить, рассказывать всем про то, какая классная группа Киров. Есть у нас даже шутка такая, что накидываешь огромный постер, что мы играли там с кучей групп, про то, как у нас есть 3 альбома или то, что у нас есть куча клипов, и после этого упрашиваешь организатора сделать концерт за 50 евро, ночлег. Если выбирать между Россией и за границей, то нужно как бы ставить цели правильно. Если ты хочешь сгонять и посмотреть, как разнообразен мир, то, конечно, за граница. Потому что Россия более или менее в каких-то основных моментах она везде одинаковая. А если ты хочешь благодарную публику и интерес к твоей музыке, то, наверное, Россия. Смотри, как Костя. Смотри вот сюда. Киров в Берлине. В первую очередь тур – это путешествие. Общение, определенное время в дороге, в которое ты можешь о чем-то думать. Лично для меня это достаточно сильно и похоже на некую медитацию. Главная иллюзия, которая рассеивается, это иллюзия того, что ты делаешь важную музыку. На самом деле это не так. И, к сожалению, вот лично мое мнение такое, что да, сейчас ни одна группа не может похвастаться таким самочувствием, что они прямо вот играют ту музыку, которая по-настоящему важна. Но никаких, скажем, никакой душевной травмы от этого или какого-то такого глубокого разочарования я не испытал. Но мне на самом деле важнее, наверное, все-таки процесс. Особенно, когда ты едешь, например, куда-нибудь в Европу и желаешь везде там увидеть крутой аппарат, ты думаешь, что там везде будет фирма, но на самом деле оказывается, что ровно наоборот все. Он вроде должен быть миллионером. Мать твою. Ты что скажешь? Похож на обычного лоха. Кто-то пытался выстрелить из травмат. Выйти пытался. Просто вот этот. Блин, какие дома пиздатые внизу. Вообще просто старый город. О, как красиво, как здорово, вообще супер. Старый город. Старый город, вообще очень здорово, очень классно. Вон Евгений Федоров сидит. Побивает саперави. У
нас было чрезвычайно большое количество странных очень концертов. В 2015 году мы играли в городе Далимон, это Швейцария, в совершенно панковском сквоте, в городе населением там 30 тысяч человек. Сквот выглядел просто, я не знаю, как свалка радиоактивных отходов. С нами играло две группы. Одна группа из Бельгии, другая группа местная из Далимона. При том, что город супер, супер зажиточная страна, в которой там питьевые фонтанчики, в которых все ходят в поло, в таких розовых. В основном город населяют пенсионеры. Нас встретили просто избитые с синяками под глазами, с ирокезами панки. И вписка была просто на носилках от военного госпиталя. При этом всю ночь калашматили, блин, в барабан эти ребята, короче. Мы находимся в одной из богатейших стран мира, в Швейцарии, в красивейшем городе Далимон. Готовимся спать в самом респектабельном отеле, 5 звезд. Друзья, просто, блядь, впереди реально нас ждет жопа, и поэтому... Нет, ну я же не выступаю, ты можешь просто дослушать до конца, Саша? Я же не кручу руль за водителя. Нет, ты можешь просто дослушать до конца? Да, конечно, пожалуйста. И вот, и поэтому любые раздражительные факторы реально сейчас будут очень влиять. Чуваки, мы едем, блядь, по хуйне, по ночной, вообще не подсвеченной серпантину, в любой момент можно хуйнуть вот то щели, поэтому, друзья, прошу вас. Филипп. Тем более, как местные чуваки, блядь, вы видите, как они водят. Филипп. Тут парочку таких поворотов было, Фил так у них писался, что ж реально, блядь, яйца сжались, блядь. Я поэтому после этого спать не мог. Бывают ситуации, когда в дороге кажется, что что-то вообще настолько хреново случилось, что это вообще непоправимо, что шансы на то, что все разрулится и станет здорово, малы, очень-очень малы. И тем не менее, всегда находится выход. И вот момент осознания того, что этот выход нашелся, и общими силами как-то был достигнут, это очень здорово. Как на границе ты был? Разберемся. Меня радует, что несмотря на то, что регулярно повторяются одни и те же истории, да, как бы конфликты там туровые и прочее, мы все-таки как бы знаем, что мы все это происходит на почве того, что в принципе это сложное путешествие, и все равно каждый раз все готовы уехать, как бы на дальние расстояния, что все всегда позитивно как бы проходит. Есть еще пара моих историй. Я видел горы, я видел море. Летал, умывался водой прибоя. Вдыхал животную грязь магистрали и прокуренный комнат домов на солнце. Go away.
Один из самых необычных концертов, которые были у нас, наверное, это концерт на территории детского сада. Был такой концерт для детей, для школьников, которые, во-первых, сами отыграли свои первые концерты, потом нас послушали. В общем, это все было очень здорово, душевно. Дорогие друзья, мы направляемся на лучший концерт группы Киров в туре 2014. Городах в России играть пока не доводилось, а если говорить про Европу, то это на самом деле здорово, потому что в маленьких городках, как правило, какие-то места есть, они довольно семейные. Тебя встречает хозяйка этого клуба, то есть не какой-то там ивент-менеджер. В этот клуб приходят все в пятницу, вне зависимости от того, выступает там кто-то или нет, все туда приходят, просто потому что это место вот этого маленького городка. Вообще редко как бы бывает такое, что люди, играющие вместе в одной группе, общаются как-то за рамками музыки. То есть, к сожалению, очень много примеров таких есть, в том числе и в Питере, и вообще по всей стране. Наверное, поэтому со временем все это приходит к нулю, и группы разваливаются. Как бы палка о двух концах. Бывает, что все вместе так хорошо между собой ладят и друг друга дополняют, что выходит очень красиво в итоге, что все льется. А бывает, что иногда не все в одну лунку прямо вот метят, и получается небольшой раздрай. Я не верю в то, что группу можно удержать какими-то внешними задачами, там контрактом с лейблом или успехом на концертах или продаваемостью альбома, только взаимоотношения. Наши взаимоотношения вне коллектива, они позволяют как бы и на самой репетиции, и во время создания там музыки, и во время группового творчества быть максимально честными, откровенными друг с другом. В плане общения на точке и общения вне точки, или там в туре или на концерте, и просто когда мы там выпиваем где-нибудь, да, или гуляем. Я думаю, что нет, разницы особой нету, но просто решаются немного другие задачи. Давай. Алло, Олег, ребята, есть! По классике. Yeah! Yeah! На самом деле, это вот вдоль берега моря, там справа моря.
Я думаю, что это предел мечтаний, на самом деле, любого путешественника, один из пределов, но, не знаю, бывает по-разному, но сейчас просто бомба. И я вас всех очень сильно люблю и рад, что мы такой дружеской, просто пиздец компании находимся в одном месте. Все глаза на месте. Не знаю, бывает ли когда-нибудь такое в жизни дважды, надеюсь, что мы все этот момент ценим, потому что это просто охуеть, как круто. Правда, да. Это круто. Одно только замечание, блин, это самое... Макс, ты пидорас просто. Спасибо, это была группа Кира. There is a lot of pain that I can kiss away. A lot of heartache I cannot cure with my music. But I spend enough days living this life that I can say the best thing is when life is funny. Hey, hey. I like to sing, I like to smoke, I like to drink, I like to joke. I try to make life worth living. The best you can do, make your dreams come true. Я думаю, секрет группы, которая много лет вместе, в том, что люди просто уважительно и с добром, с любовью относятся друг к другу. Самое сложное – это взаимодействие между людьми, я считаю. Но в группе Киров, слава богу, все в этом плане как-то уже годами утряслось, сильных распри у нас не бывает. Для меня группа Киров – это находка, уникальная просто атмосфера и чрезвычайно колоритный коллектив. Я помню, мы как-то тусовались, обсуждали вот эти планы, и я сказал: чуваки, давайте такая история, как бы там ни было, что бы с нами ни происходило, но группа Киров вот никогда вообще не распадется, никогда, сколько бы нам ни было лет. Не знаю, в каких мы бы не были взаимоотношения. Давайте вот прям реально поклянемся друг другу, что группа Киров будет всегда жить. Мне очень понравилось, что ребята все отозвались, как бы мы договорились прямо между собой, что группа Киров обязательно должна отпраздновать 10-летие, 20-летие, 30-летие. Но сколько мы будем жить, на самом деле, столько эта группа будет с нами. В общем, играйте, ребята, играйте рок, играйте поп, играйте джаз. Но делайте это с любовью к музыке, к своему делу, в общем, и к творчеству, чтобы люди уши, чтобы у людей уши не вяли. Вот так. Just go out there and live it. На бытовом все отлично. На бытовом все отлично. Если бы мои пьяные друзья меньше храпели, было бы поудобнее, но в целом все отлично.